Добрый день, друзья. Продолжаю отдыхать весной. Все-таки такое счастье выпало впервые за 4 года. Поэтому не перестаю наслаждаться природой. И что хотел сегодня вам рассказать. После моего вступления последует видео. Ну, предыстория этого видео такая, то что когда я создал канал пару лет назад, да, 2 года прошло ровно, и ну, еще не знал, как там народ воспримет меня в YouTube. Было у меня всего лишь 100 подписчиков. И тут на тебе звонит по скайпу подписчик, можно сказать, я аж растерялся. Он меня спрашивал по поводу профессии, а я спрашивал его ощущения по поводу моего канала. Ну, как бы он сказал, все нормально, продолжай, это меня тоже вдохновило. И так пошло и поехало. Но он в те времена учился, сейчас продолжает учиться. Сейчас уже идет на 3-ю практику. Но на первой практике с ним произошел такой курьезный случай, о котором он сам и расскажет. Оно, конечно, очень весело, но это как бы напутствие, как не нужно себя вести. И не только самим, и окружающим тоже. А еще также хотел сделать небольшую рекламку канала. Меня, конечно, Дима не просил, но очень много людей в комментариях спрашивали, а есть ли какой-то судоводитель, который снимает такие же влоги по типу вашего? Я говорю, да не знаю, пока в YouTube нет, но вот появился один человек, хотя их очень много уже появилось. Зовут его Дмитрий Авраменко, он старпом, работает на Cargo Ship, как он там позиционирует это судно, и снимает очень интересные влоги, так что смотрите его канал, сделаю вставочку, ссылка в описании. Всем удачи, всем спокойного моря и также здоровья и успехов. Еще хотел сказать, что я думаю и уверен, что у моего подписчика, который дальше рассказывает, очень большое будущее в морском деле. Ну что ж, приступаем к просмотру истории, очень интересной. Всем привет, решил рассказать свою историю из жизни, как я попал на первую практику на небольшой танкер, около 40 тысяч, танкер «Химовоз» 3-й категории, должности кадета, вот, палубный кадет. Ну, началось все, моя история, первая практика началась с того, то, что я прилетел в Лондон, аэропорт Хитроу, как сейчас помню. Вот, и мы, получается, с агентом поехали до какой-то деревеньки, часа 3 ехали. Приехал на пароход, был очень удивлен. Вот, и переход был из Лондона в Бельгию, город Антверпен. Он где-то был около 2,5 суток. Ну и приехали, то есть получилось, мы там грузились. Погрузка была тоже около 2 суток, наверное. И мы решили сходить в город. В городе пошли все вместе с экипажем, а именно машинный кадет, и был еще с нами мессман. Вот. Мессман любил нас пригубить, и так получилось то, что... И как говорил, что мессман любил пригубить, у нас оказывается. Ну, как бы пошли сначала в Siemens Club, познакомиться с народом, вот мы втроем пошли. Ребята взяли там себе по стаканчику пива, вот. Ну, как бы сидели, общались, в итоге ребятам стало им мало. Вот. Я говорю, ну, мужики, вы как хотите, я как бы пить не буду. Вот. Посидели, вот, часик-другой. Потом пошли опять в город погулять. Ну, ребята еще решили пригубить, как бы еще взять себе там то ли рома, то ли еще что-то взяли, я уже не помню, как бы не суть. Вот, ну, история закончилась тем, то, что до терминала мы обратно в порт очень тяжело добирались, именно потому что ребята так напились в слюни, то, что я их просто-напросто тащил, грубо говоря, потому что один был справа, другой слева, вот так вот просто на мне
два тела таких было. Вот. И там такая ситуация, то есть в Антверпене до танкерного терминала забирают из города автобусы. В автобус сели, вот, все нормально, думаю, сейчас приедем, все хорошо. В итоге оказалось, нет. Нас высадили не в том терминале. Терминал оказался, блин, совершенно другой. Приходим туда. Пока мы до него шли, забылся все совсем. Самая главная эпическая часть. Ребята что-то не поделили между собой. В итоге, пока я отвернулся там от них, вот. И просто-напросто взяли и набили друг другу морду. Причем кадет был молодой, то есть младше меня даже, а Месма там под тридцатку ему где-то было лет. Вот. В итоге кто-то из них документы потерял, насколько я помню. Потом мы дошли до этого терминала, пришли в терминал. Нам говорят, это не ваш терминал, извините. Вот, и мужичок, который там был на КПП, говорит, блин, а что с вашим товарищем, почему он весь в крови там? Вот, я говорю, ну, упал, поскользнулся, все такое. Ну, в итоге мы оттуда ушли, пошли в наш терминал. Нам показали дорогу, вот. И пока шли до нашего терминала, мимо проезжала полиция, вот. Она остановилась и как бы у нас спросила, кто мы, что мы и почему у нас, что с человеком произошло, почему у вас побитый. Ну, в итоге нас забрали в этот бобик, отвезли наш терминал. Вот. Пока ехали в этой машине, получилось так, то, что думаю, блин, вообще охрененная практика началась. Только вот приехал, первый же контракт, блин, и тут вот такая фигня просто. Думаю, сейчас все, поеду домой. Вот. И приехали в терминал. Под ним нас встретил матрос. Сейчас помню. Дошли до нашего парохода. И в итоге говоря, то есть мастер еще спал, получается, его разбудили. Соответственно, то есть, думаю, все, сейчас получим по такой по шапке, что поедем просто домой в первый же переход, блин. Вот. И так получилось то, что на следующее утро, вот, мастер всех вызвал на мостик, вот, и сразу на трубу, то бишь продуться, сколько у кого, сколько количества алкоголя. Вот. Ну, у ребят, естественно, промиль было-то очень много, потому что они очень много выпили, вот. Ну и у меня по нулям все показало. В итоге я очень распереживался по поводу того, думаю, блин, сейчас меня прицепом, блин, нахрен их вместе с ними домой отправят. Вот. Ну, в итоге говоря, проходит какое-то время, там час-другой, ко мне Месман подходит и говорит, слушай, а ты не знаешь, блин, где мои зубы? Я такой, в смысле, где твои зубы? Он улыбается и говорит такой, блин, а у меня... Я смотрю, у него двух передних зубов просто не хватает. А просто оказалось, что взял кадет, когда они подрались. Он выбил ему, оказывается, два передних зуба, блин. Вот. И в итоге говоря, то есть ребята этим же днем или там на следующее утро их отправили домой. Вот. А мы ушли из Бельгии, пошли дальше. Я уже не помню куда, по-моему, в сторону Германии мы пошли, вот, на выгрузку. Так что вот, вот такая вот история, вот, мой первый контракт. Это было незабываемое впечатление, на самом деле, что происходит и что нельзя делать на пароходе. Это прежде всего выпивать, пить, я не знаю. Лучше уж дома, спокойно, то есть, ребята, как бы, вот, это я... Решил рассказать из своей жизненной истории, своей первой практики на пароходе. Вот. И так что имейте в виду, ребята, будьте аккуратнее и бдительны. Знайте, с кем пить, когда пить, и лучше вообще это не делать на пароходе. Вот. Так что вот такие вот дела. Снимал это видео специально
меня попросил Геннадий Антимонов. Вот. Так что Гена, снимай побольше. Твои ролики люди смотрят, им все нравится, то есть морские истории продолжают расти. Вот. Так что всем желаю 7 футов под килем и хороших, спокойных контрактов. Всем пока, удачи!